Приветствуем нашу новую Рен-Рен! Кого? Рен-Рен. Человека, который носит амулет. С кем это ты разговариваешь? Только Рен-Рен может нас видеть. С какими-то волшебными существами, но, похоже, видеть их могу только я. Амулет мой, Кинкэш! Мы ренлинги, духи человеческих ценностей. Каждый из нас может превратить тебя в разных животных, если ты достойна ценностей, которые они представляют. Если хочешь, чтобы я, Тан-Тан, ренлинг терпения, превратила тебя в богомола, прояви терпение. Спасибо, но терпения у меня сейчас никакого, прости. Я Шан-Шан, ренлинг спокойствия. Спокойствие? Шутишь, что ли? Спокойный, как медведь. Большой и сильный, как медведь. Шан! Ну вот. Спасибо, леди медведь, видимо. Пока что. Супер Шан! И что ты будешь с этим делать? Пока не знаю. Тан! Кажется, я начинаю понимать! Шан! Ши! Нам нужно уничтожить его веер, чтобы вылетел Акума! Поняла! Лон! Что такое? Я должна превратиться в дракона, чтобы управлять природными элементами. Я бы запустила в него молнию, но не могу перевоплотиться. Сила дракона самая мощная из всех. У тебя должны быть чистые намерения, и она на крайний случай. Конечно, у меня чистые намерения. Хочу отомстить тому, кто уничтожил мою жизнь. Месть не отвечает ценностям дракона. Твои суждения и намерения затуманены. Месть — это не то же самое, что правосудие. Тогда найду другой способ сокрушить его. Ху! Нет, нет, не надо! Нет! Кто бы мог подумать? Амулет и талисман, и все в один день. Катаклизм! Нет! Где мои деньги? Теперь ты против нас троих, бражник. Все кончено. Точнее, вам конец.